Вы спрашивали меня, можно ли стирать бантики в мыльной водичке. Вот таким образом можно помыть бантики. Остается прополоскать и высушить. Делаем вывод. Бантики не потеряли форму. Все так же хороши. Стирать их можно. Друзья, совсем недавно я показывала вам, как сделать такие небольшие бантики из органзы. А сегодня покажу, как сделать такие большие, нарядные, очень красивые, на мой взгляд, бантики.